Всем привет! Сегодня День независимости, 24 августа. Отмечать я его буду на острове Хортица в Запорожской области. Символическое место как раз для отмечания Дня независимости. Стартую я как раз с того населенного пункта, где живу. Слава богу, электричка останавливается, дородушная. Дружбаны уже мои уже в поезде. Они стартуют с Кривого Рога. Мы доезжаем с пересадкой до Никополя. На Никополе ждем часик, потом едем на Запорожье, а потом уже на велосипедах будем катать по острову. Вот мой конек Горбунек. Семья моя, к сожалению, осталась дома, поэтому я буду сегодня сам, ну, с друзьями. Слава богу, у нас ходят электрички. Для велосипедистов это идеальный вариант, если нужно подъехать к нужному месту. Недорого, велосипед можно поставить в крайнем случае в тамбуре, а то можно и в вагон закатить, и цена проезда очень демократичная. Саша, ты посолил? Мороженое будешь? Да. Нам еще долго кататься, мы сейчас все замаринуем и как раз мясо в процессе езды. Пока доедем, оно. Да, пока доедем, оно как раз и замаринуется. Ну, другого выхода нет. Хортицка. О, почти. Леет парус одинокий. В лазуре солнца голубой. Что ищет он в краю далеком? Что потерял в краю родном? Короче, читаю. Иди сюда. На. We'll be right back.
Саня готовит скромный ужин. Да. Маем уже, маем. Да. Что Бог послал? Мяско уже готово. И кашка тоже подходит. Коньячок уже томится в бутылочке в ожидании. Запотевшей бутылочке. Нет, нет, Саша. Девочки запрятались. Коньяк охлажденным пить не стоит. Это моветон. Охлажденный нужно пить водку. А коньяк нужно налить в бокал и согреть его теплом своих рук. Ну, дивіться, що вийшло. Дуже ага. Смачно, дуже смачно. Ну, пепсі-кола. Коньячок. Пепсі-кола. Ну, з Днем Незалежності. О, да, хлопці, давайте. Слава Україні. РВН, слава. Слава нації. Смерть ворогам. О. Ти диви. Завівся. Там запрещені прийоми були, там був котик. Это очень подождите, запрещенный. Я извиняюсь, охуяли? Котик – запрещенный прием. Потому что вот котики – это котик, запрещенные приемы. Котиков любят все. Все, пенка поднялась. Будет переливаться. Все, поднимаем. Бо як перекипить, воно потім кава буде ні з того не варта. Щоб три рази піднялась. Щоб три рази піднялась? Давай. Другий раз. Хлопці, піднімайте. І третій раз. Та вже кипить, все вже, знімайте. Це може бути краще, ніж франкова кава на березі Дніпра. Франкова кава з халвою на березі. Тільки франкова кава з халвою. Дай Там буде мати.
одного члена команды нашей мы уже потеряли, он нас уже покинул, и горечь его потери может только подсластить бутылочка холодного пива. После марш-броска от Плавней до станции Запорожская Січ идет як в суху землю. И я хочу. We'll be right back.
Не понимаю я игру волейбол, а ты, Саня, понимаешь? Очень красивая игра, очень. Вот я, да, я просто я могу смотреть непонимающими глазами. Все. Фан-зона. Все. Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову, і знову до них. Я їду додому, до тебе додому. Чи знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому. Які ж вони довгі, ці ночі і дні. Дякую.